Доброго вечора, шановні гості, члени Ірпільської біблійної церкви. Вітаємо вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Коли Христос був на землі, євангелист Іван записав чудові слова в Євангелії від Івана, 20 розділі. Він сказав: «Того ж дня, першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них: "Мир вам". І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа». Наш Господь, Він великий Бог, який постраждав за нас, який воскрес, який доказав всім, що Він є Сином Божим. Тому що наш Бог – це великий цар. Тому що наш Господь, Він тримає все в своїх руках. Тому що наш Господь, Він любить нас. Давайте всі разом встанемо, прославимо нашого Господа. До неба і промовив: «Прийшла, Отче, година, прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім, яких дав ти йому. Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, праведного, та Ісуса Христа, що послав ти його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати». Наш Господь – це той Бог, який любить нас понад усе, який прийшов на землю для того, щоб показати нам ще раз свою любов. Слава Йому! Нехай буде нашому єдиному Богу. Господь Ісус, Господь.
Ісусе, Ти наш Бог, Ісусе, Ти наш Спас, єдинородний Син, що дав життя за нас, за нас. Ісусе, Ти Ісусе, славимо Тебе, що Ти є нашим Богом, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти прийшов в цей світ і постраждав за мене. Незважаючи на всі мої гріхи, Ти простив мене. Ти сказав, що я є Твоя дитина. Славлю Тебе, Господь, за це. Дякую за церкву цю. Слава Тобі за все. Відкрий наш, Господь, розум для слухання Слова Твоє, для того, щоб ми могли славити Тебе. Великого Бога. Амінь. Я буду величати Тебе, о Боже мій, Царю, і благословлятиму ім'я Твоє по віку віку. Я кожного дня Тебе благословлятиму і хвалитиму ім'я Твоє по вік. Велик Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його. Рід родові буде хвалити діла Твої, і будуть могутність Твою виявляти. Про пишну славу величчя Твого, про справи чудові Твої розповім. Буду казати про силу грізних Твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатиму, і буду співати про правду Твою, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий Господь, добрий до всіх, а я Його милосердя на всі Його творива. Прославимо Господа. Превыше власти земных царей.
выше, чем мудрость и все пути людей. Ты тот, кто был здесь до начала дней, превыше воли людских сердец, превыше всех немыслимых чудес. Ты больше силы, превыше красоты, не измерить мне, как ценен ты. Ты для нас жил, чтобы умереть, там висел, смог все претерпеть, как цветок. Чем мудрость и все пути людей. Ты тот, кто был здесь до начала дней, превыше воли людских сердец, превыше всех немыслимых чудес. Ты больше силы, превыше красоты, не измерить мне, как ценен ты. Ты для нас жил, чтобы умереть, там висел, смог все претерпеть, как цветок. Слава Иисусу! Добрый вечер! И на самом деле хорошее время, когда вместе можем подумать о нашем Господе, подумать о себе, послушать Его Слово, то, что Он приготовил для нас сегодня. И помните, сказано в Слове Божьем, когда идешь в Дом Божий, больше думай о том, не чтобы жертву принести, а будь внимательный, что Бог скажет тебе. И потому пусть Бог благословит действительно слышать нам Его, слышать Его Слово. И прежде чем я приглашу сюда человека, который будет проповедовать, брата, который первый раз будет проповедовать в нашем собрании, я хотел бы задать вопрос. Кто из вас не знает служение или кто из вас знает или слышал про служение Аваны? Поднимите руку, пожалуйста. Практически, да, большинство из нас слышали. У нас, собственно говоря, в церкви это есть служение.
направленное на детей. И хочу сказать, когда Ирпенская библейская церковь начиналась, она начиналась тоже со служения Аваны. И сегодня будет перед нами проповедовать человек, который уже последние 12 лет посвящен этому служению. Он является директором в Украине этого служения. И более того, мне, знаете, приятно его позвать сюда. Виктор, можно? Давайте поприветствуем. Да. Вдвойне приятно позвать Виктора сюда, потому что Виктор и Инна, они присоединились к нашей церкви. И чуть позже мы будем иметь время, когда мы познакомимся, они чуть больше расскажут о себе. А сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе помолились, поддержали, ну и Виктором, возможно, он волнуется, как и все мы. Правда. Давайте встанем для того, чтобы действительно Бог открыл наше сердце. Спасибо тебе, дорогой Иисус, за то, что ты подарил этот вечер, Господь. Мы дети твои, и мы благодарим тебя за то, что сегодня у тебя есть слово для нас. Спасибо тебе за вечное твое слово, живое слово, которое меняет жизнь, проникает до разделения души и духа, судит все наши помышления и намерения сердечные. Спасибо тебе за брата Виктора, и просим, чтобы ты вдохновил, благословил и говорил через его уста. Говори нашим сердцам во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, Сергей. Пусть Бог благословит. Спасибо, Церковь Божия. Очень странное название, но это действительно правда, это действительно то, о чем я буду говорить вместе с вами. Вы знаете, я думаю, что у каждого была такая ситуация в жизни, когда в экстремальном что-то происходило у нас, и мы в первую очередь бросались не к Богу, к мобильнику. А в этом мобильнике есть двойка, тройка телефонов, которые якобы могут нам помочь вот именно сейчас и очень быстро и резко. Я не знаю, это могла быть какая-то авария, ДТП, может быть связано что-то со здоровьем, может быть связано что-то еще с чем-то. Но я хочу спросить, в этой ситуации, в экстремальной ситуации, когда мы вспоминаем о Боге? После звонка с мобильного телефона нужному, как нам кажется, человеку. Или по-другому. Я хочу прочитать текст тут на двух языках. Одним из них я владею, другим нет. Почему? Потому что я родом с Казахстана. Но мне нравится украинский перевод, и он очень корректный и верный. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Мне нравится в украинском переводе, он более точный, два слова. То е глупота, глупость, для тех, которые погибают, и для других это та же самая сила Божия. Скажите, часто ли вас удивлял Бог в своей жизни? Какими-то вот поступками или какими-то действиями? Я думаю, это приходилось пережить каждому из нас. Вы знаете, иногда Бог не только удивляет, а шокирует людей, которые ничего не хотят знать о Нем, своими действиями, которые мы читаем на страницах Писания. Ну, может быть, давайте вспомним некоторые. Ну, вот, например, способы ведения войны в Ветхом Завете. Сегодня утром вспоминали одну из таких войн, это взятие Иерихона. Несколько сот тысяч людей взяли Иерихон, совершенно
неразумным методом или способом, как бы сказал начальник генштаба или же какой-то верховный главнокомандующий. Вы знаете, если представить себя, что кто-то из нас стоит на стене Иерихона и вдруг смотрит на толпу, которая ходит кругами, и там звучат трубы один раз, ну, вызвало бы улыбку. Хорошая крепость, неприступная крепость. Как может пасть эта крепость вот от этих хождений? Вы знаете, они близко не ходили. Почему? Потому что боялись, чтобы их не поразили луком. Было расстояние. И они продолжали это делать. Весело. Весело охранникам, может быть, в Иерихоне, но они слышали, что Бог сделал в жизни этих рабов-евреев, когда они вышли и пришли сюда. Где-то что-то было непонятное. И вы знаете, и вот это происходило 6 дней. И на последний день было совершенно по-другому. 7 кругов, труба и до этого была тишина и крик всех этих людей, которые окружали эти стены. Стены упали. Очень странный метод, но он сработал. Вы знаете, можно поговорить о царе Иосафате. Это записано во второй книге Паралипоменон, 20 главе. Помните, был такой царь, благочестивый царь, и когда на него напали более чем 4 царя языческих, в том числе и из Сирии, он испугался. Он пришел и молился Богу. И Бог его укреплял. Помните, что он сделал? Он взял левитов, поставил впереди, а за ними солдат. И левиты пели. Всего лишь пели. И произошло поражение всей этой огромной армии с севера. И они перебили просто друг друга. Очень странный метод. Но он опять сработал. Вы знаете, можно вспомнить Гидеона. Цифра опустилась до 300 всего лишь солдат, с которыми он пошел. Они разбили кувшины и кричали: «Меч Господа и Гидеона!» И победа была одержана на стороне Израиля. Но в книге Судей я хотел бы прочитать одну цитату. «И сказал Господь Гидеону: народа с тобою слишком много, не могу я предать медианитян в руки твои, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Дорогие мои, очень странный метод. Но это снова сработало. Вы понимаете, Бог использует методы, которые человеку в голову даже прийти не могут. И то, что предлагает и делает Бог, это всегда, всегда работает. Чтобы не сказали, что мы совершили это своими руками. Кстати, помните пример с Вавилонской башней? Они своими руками. Итог знаем. Вы знаете, снова и снова Бог совершает иногда для людей, которые ничего общего не знают с Писанием или с Библией.
непонятные, порой какие-то безумные поступки, и люди удивляются, как это может быть? Меня очень часто спрашивают: Виктор, ты в это можешь верить? Я думаю, не только меня об этом спрашивают. Вы знаете, к чему же это все? 5776 лет назад по еврейскому календарю на планете Земля произошла трагедия. Адам с Евой согрешили. Началось грехопадение. Летоисчисление ведется со дня сотворения Адама. Грех вошел в мир. Как поступить Богу теперь? Что будет делать Бог? Может быть, нужен какой-то авианалет, мы можем предложить. Может быть, какое-то химическое оружие. А может быть, какое-то большое грибовидное облако или что-то еще. Что-то в этом духе. Можно что-то придумать. Как? Чем решить теперь эту проблему? Бог делает свой выбор. Он побеждает бунт человека, восстание и отказ от любви Бога. Чем? Крестом. Смертью Сына Своего на Голгофском кресте. Для многих людей, и об этом мы с вами читаем, это по-украински глупота. Это непонятно. Этого не может быть. Очень и очень странный поступок. Вы знаете, если дальше читать, апостол Павел говорит: «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Или преткновение, или ловушка, или капкан, или петля, какие только есть перевозы. Вы знаете, с первого дня появления на нашей планете Иисус нарушил все правила логики любого человека. Он родился в хлеву, нелогично. Он вырос в нищете, не писал инструкций и планов по захвату земли, не возглавлял армии, не устраивал марши протеста, не поднимал восстания, не организовывал каких-то специальных революций, не был профессором, не закончил спецкурсов, чтобы воздействовать на людей. Ничего этого не сделал. Он избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное. Помощники его были неграмотные рыбаки, валютчики и даже революционеры-бунтари. И, в принципе, Иуда был не единственным, кто считал, что Иисус мог по-другому распорядиться своими способностями или силами. Помните его въезд в Иерусалим? Это был триумф. Он торжественно въезжал в Иерусалим. Пальмовые ветви, пение, ликование, восторг. Но всего лишь через несколько дней он сам добровольно разрешает, чтобы враги его взяли и схватили. Петр пытался заступаться за него. Иисус остановил такого. Этого не должно было быть. Ни один человек в толпе на Голгофе не понял, что произошло именно в тот день. Ни враги,
Не его друзья, да, друзья его тоже не поняли. Что же случилось? Помните в Евангелии от Луки? «А мы думали было, что он тот». Ученики в Эммаус шли. Ученики знали, что он в любой момент может все это остановить своей силой. Они знали, что он может совершить, и все это прекратится, но не понимали, почему он бездействует, почему по-другому ведет себя их учитель Иисус Христос. Они не знали, что Иисус умирает для спасения человека, умирает за человека. И сегодня мы будем участвовать в заповеди Господней. Каждый из нас прошел или проходит этот тест. Что означает смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте? Слова, которые задавали Иисусу Христу возле креста: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти». Поверьте, когда спасаешь самого близкого и дорогого тебе человека, самого родного, того, которого ты любишь, я сам знаю, никогда не думаешь о собственной технике безопасности. Ты спасаешь сына или кого-то из членов своей семьи. Думаешь о них. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божьего». С греческого языка слово «сила» переводится как «дюнамос». Слышите слово «динамит»? Взрыв. Огромнейшая сила. Неимоверная сила. Это для тех людей, для которых то, что произошло на кресте, только для спасаемых, это сила Божья. Сила наша в Нем, в Иисусе Христе. Поверив в Него, в Своего личного, персонального Спасителя. И если вернуться к нашему тесту, я хочу спросить, чтобы каждый из нас мог твердо себе ответить, где я, кто для меня Христос на кресте. Этот тест, возможно, придется нам сдавать еще не раз в своей жизни. Что мы будем делать, когда случится экстремальная ситуация? Как мы будем поступать? Мы проповедуем Христа распятого для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие. Участие в вечере Господней – это подтверждение нашего теста, что мы идем по этой дороге, что мы прошли, что мы движемся. Итак, пусть сегодня, когда мы будем вкушать хлеб и пить из чаши, мы еще раз подтвердим, на какой мы стороне. Пусть Господь благословит, чтобы Слово Божие, то, что произошло на кресте, оно было для нас тем взрывным динамитом, силой Божией, исполнением Духа Святого и хождение только в Нем. Я благодарю Бога, что Он спас меня. Я благодарю Бога, что я на второй половине стиха. Да поможет тебе Господь быть
только там и нигде в другом месте. Аминь. Перед тем, как мы будем совершать эту заповедь, я подумал, вот как еще протестировать себя. Дело в том, что на самом деле весть о Христе для неверующих людей, для неспасенных людей, это глупость. Это сказка, это... И когда наступает такой момент, когда мне надо отстоять свою позицию на работе, на учебе, где бы то ни было, насколько я стыжусь этого, потому что для мирских людей, людей неверующих, это глупость, это, про это даже стыдно говорить. И такое большое искушение идти на поводу у людей, которые нас окружают. И потому в нужный момент, возможно, нужно как-то отстоять свою позицию, свою веру, свое отношение к Иисусу Христу. Павел Тимофею молодому советует, говорит, ты не стыдись благовествования Христова. Не стыдись этой вести. И про себя он говорит, я не стыжусь. То есть искушение приходит, потому что для мира это глупость, это глупота, это нелепо, это стыдно, это, об этом не принято говорить. И потому очень важно, когда мы участвуем, задать себе вопрос, Господи, насколько я стыжусь Тебя? Потому что это абсурдные вещи, вы понимаете. Прости меня, Господь. То, что, возможно, я промолчал, когда нужно сказать, что постыдился, когда нужно было отстоять. И я хотел бы позвать братьев, которые будут помогать, чтобы мы разнесли хлеб и вино. И перед этим, как мы помолимся, я хотел бы прочитать текст Евангелия от Матфея, 26 глава, с 21 стиха. «И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились, ученики его. И начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При этом и Иуда, предающий его, сказал, не я ли, Рави? Иисус говорит ему, ты сказал. И вот я задаюсь вопросом, кто предает Иисуса? Вы чувствуете, сколько смирения у учеников, они говорят, не я ли? И я думаю, знаете, когда, потому что мы сейчас будем участвовать, и это заповедь, которую Господь нам оставил, и Павел подчеркивает, что люди, которые, не рассуждая, то есть не вкладывая тот смысл, который Господь задумал, когда принимают хлеб и вино, они болеют, некоторые даже умирают. И потому я хотел бы предостеречь таких людей, которые, может быть, себя называют верующими людьми, посещают даже церковь, но не расстаются с грехом. Мы все грешны, я не об этом. Мы все согрешаем. Но у нас есть ходатай, у нас есть Иисус, перед которым мы исповедуемся. Мы сознаем эти грехи, подобно этим ученикам, которые говорят, не я ли, проверяем себя. Но если вы, называя себя верующим, и, возможно, приходя в церковь, но сознательно грешите, эта заповедь не для вас, воздержитесь. Потому что это опасно на самом деле.
Это заповедь для всех, кто на самом деле искренне поверил, следует за Господом, пытается жить по Его Слову, возможно, падает, но встает, идет дальше. Для всех нас это заповедь. И потому, если у нас вот есть это твердое убеждение, что Иисус умер за меня, за мои грехи, я принадлежу Ему, я Его дитя, для вас это заповедь. И дальше написано, когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, раздал ученикам, сказал: «Примите, идите, сие тело мое». И мы точно так же сделаем. Давайте помолимся. Спасибо тебе, наш Небесный Отец, за тело Твоего Сына Иисуса Христа, которое было ломимо, пробито, убито за наши грехи. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты таким путем решил искупить грешное и больное человечество. Спасибо Тебе за этот хлеб, который сегодня нам напоминает, какой ценой мы достались Тебе. Будь благословен, Господи, через нашу жизнь. Аминь. Вы можете присесть, если вам удобно, можете стоять, но размышлять о том, что сделал Иисус. Вот Иисус взял хлеб, Он передал ученикам. Тогда их было 13 человек, нас немножко больше. Хочу просто напомнить, что если вы действительно исповедовали Иисуса Господом своей жизни, не только в тишине, но перед другими людьми, для вас это заповедь. Это означает, вы не стыдитесь Его, вы принадлежите Ему. Если вы этого еще не сделали, воздержитесь, пожалуйста, всему свое время. Пусть Бог благословит нас. Когда братья будут подходить, вы вставайте, возьмите кусочек, и давайте дождемся всех, пока все получат по кусочку хлеба, и тогда в знак единства будем вместе вкушать этот хлеб. Я буду читать с Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 28 стиха. «Итак сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему: какое же ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?
Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что делает, дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». У пророков написано: «И будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, что кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истина, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Всем досталось по кусочку хлеба, кто желал получить. Если вдруг кого-то обошли, вы дайте знать о себе, братья дадут кусочек. И вот Иисус взял хлеб, благословил, преломил, раздал ученикам, сказал: «Примите, едите себе, это тело мое». Будем вкушать. Потом он взял чашу и, поблагодарив, подал ученикам. Мы тоже поблагодарим. Спасибо тебе, наш милосердный, добрый, любящий, справедливый, долготерпеливый Господь, за кровь пролитую в жертве Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа. За то, что через эту пролитую кровь мы имеем прощение грехов, очищение. Спасибо тебе за то, что твоя пролитая кровь тогда, 2000 лет назад, имеет силу сегодня для нас, тех, кто верит
и доверяет, и смиряется перед Тобой. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой Святой в определенный момент жизни коснулся нас, и мы поверили, Господи. Мы смирились перед Тобой, Господи, и раскаялись. Спасибо Тебе за жертву, за то, что Ты отдал жизнь свою ради нас до конца. Спасибо Тебе, Иисус. Мы не принадлежим себе, Господь. Дьявол теперь не имеет прав на нас, потому что мы Твои, мы куплены этой дорогою ценою крови Твоей. Благодарим Тебя за это вино, которое напоминает нам о подвиге, о Твоем подвиге и этой цене. Аминь. Взял чашу, благодарил, подал им, сказал, пейте из нее все. Порядок такой же, когда возьмете чашу, рассуждайте о Господе, о той цене, через которую вы достались для Господа. И когда все получат, одновременно мы будем также участвовать и пить эту чашу. Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Но Иисус, зная Сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал Я, но один из вас дьявол?» Это говорил Он об Иуде, Симонове Искариоте, ибо тот хотел предать Его, будучи одним из двенадцати. Никого не обошли, братья, всем досталось.
И вот он взял чашу, благодарил, подал им, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие кровь моя нового завета, за многих изливаемая на прощение грехов». Будем пить. Сейчас это то время, когда можно открыть свои уста и в громкой, короткой молитве сказать ему спасибо, возможно, за что-то одно, что близко вашему сердцу. Помолимся. Хвала тебе, Господь, за прощение грехов и благодать. Не по нашим заслугам. Аминь. Аминь. Наш дорогой Иисус Христос, Бог наш, мы собрались здесь сегодня для того, чтобы сказать Тебе слова благодарности, признательности и поблагодарить Тебя за ту надежду, которую Ты подарил нам. Благодарим Тебя надежду на вечную жизнь, за прощение наших грехов, Господи, за то, что дал возможность поверить. Ты очистил нашу совесть. И спасибо Тебе за слово, которое Ты дал нам и открыл наши глаза для, и духовные уши для понимания. Спасибо Тебе, Господь, за это время, когда мы можем вспомнить о том, какой ценой мы достались для Тебя. Спасибо Тебе за то, что если бы не Ты, и мы это понимаем, что многих из нас не было бы здесь, мы бы не имели надежды, Господь, мы бы не имели прощения, мы бы не имели жизни. Спасибо Тебе за жизнь и жизнь с избытком, которую Ты даешь. Спасибо Тебе за Твое присутствие в нашей жизни, незримое, сиюминутное, сиюсекундное, Господь. Ты всегда рядом, когда даже мы того не осознаем и не даем отчета в этом. Спасибо Тебе за то, что полюбил нас и сделал родными. Поклоняемся Тебе, наш Царь. Аминь. Братья будут собирать чаши. У нас есть песня, и мы вместе будем благодарить Бога песней, поклоняться Ему. Твоя безгранична мила.
милость Твоя во все роды. Слава Тебе, величие, слава великим народам. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Перед Тобою мы стоим, и каждый дорог для Тебя. За все Отец благодарим и превозносим. Слава Тебе, величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе, величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Присаживайтесь, пожалуйста. Еще немножко времени мы вместе проведем. И я хотел бы позвать на эту сцену новых братьев и сестер, которые присоединяются к нашей общине. И если есть такие братья и сестры, надеюсь, они есть, это я буду называть, а вы выходите сюда, для того, чтобы мы познакомились немножко. Малуха, Микола и Наталя. Вот, есть. Виктор и Инна Гуреевы. Гайворонский, Сергій та Анюта. І сестра Лера. У нас було знайомство з пасторським советом. Вот ми вместе встречались, беседовали, вони розказували про свою жизнь. І хотілося б немножко, може бути, вкратце, щоб ви розказали, откуда ви, ну, как вы попали сюда именно, да? Может быть, про свою семью пару слов буквально. Может, чем занимается. Ну, то, что ложит Бог вам на сердце. Приветствую вас, братья и сестры. Мы из города Вишневого. Очень давно знаем вашу церковь, очень часто ее посещаем. И очень рады присоединиться к вашей церкви. Семья у нас большая. У нас шестеро детей, уже есть невестка, есть зять, есть два внука, и есть двое приемных деток. Мое имя знаете, я просто добрый, хороший человек, готов помогать вам, в чем попросите. Вітаю, дорога церква. Мене звати Наталя. Взагалі я приїхала з Росії, з міста Мурманськ. В Україні я живу вже 5 років. В церкву я прийшла в 2003 році. Це мій чоловік. Ми чекаємо другу дитину. Мене звати Микола, я сам родом з Херсону, але жив в Мурманську, де ми з Наталією познайомились і от вже одружилися в Україні. Ми жили в Києві і ходили в нове життя, але потім переїхали по роботі в Донецьк, зрозумілих причин ми звідти виїхали, і ми оселилися в Ірпіні, тому вирішили приєднатися до Ірпінської біблійної церкви. Приветствую вас всех. Мы с женой, меня зовут Сергей, это моя жена Анюта. Мы приехали год назад с Луганской области. И здесь уже, приехали в гости к знакомым. Вот, еще как жених и невеста. Но теперь мы муж и жена, слава Богу. Год назад у нас была свадьба в сентябре. И нам Бог показал просто на эту церковь, здоровую, живую. И мы с радостью присоединились к вам. Спасибо. Меня зовут Лера, я из города Макеевки. Уже второй год посещаю вашу церковь, уже так со многими познакомилась, группу уже нашла. Вот.
что еще сказать. Да, Лера в приюте служит, ну вот здесь, на территории, деткам. Я бы хотел, чтобы мы вместе еще помолились. Андрюш, можно тебя попросить, чтобы ты помолился? И мы поддержим тебя. Любящий Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Господи, Ты продолжаешь делать чудеса, как и когда-то, и сейчас, потому что Ты живой, и Ты показываешь Себя в реальной жизни. Господи, я благодарю Тебя за нашу церковь, я благодарю Тебя за то, что она растет и качественно, и количественно. Я благодарю Тебя за новых братьев и сестер, которые хотели и хотят присоединиться, и уже они наши, Господи, но они Твои в первую очередь, это очень ценно. Господи, мы просим о том, чтобы Ты благословил их жизнь, их служение, и мы хотим, Господи, чтобы они были эффективны в церкви, чтобы они были светом там, где они живут. Господи, будь прославлен и возвеличен через эти чудесные семьи, через каждого из них. Господи, прояви их дары и таланты для того, чтобы церковь Твоя могла эффективным быть светом в этом мире. Благослови каждого из нас. Мы любим Тебя, поклоняемся, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Пусть Бог благословит вас. Все, вы видели их. Это свои. Я, знаете, за что подумал? Вот мы так думали, молились с братьями. Возможно, Бог кому-то ложит на сердце стать миссионером и где-то организовывать новую церковь. И вот когда мы пойдем в следующую неделю, давайте думать о той нашей миссии, которую Бог нас призывает. Потому что у каждого из нас есть своя миссия. Где-то на рабочем месте, на учебе. А возможно, Бог зовет вас дальше, где-то организовать церковь на Академгородке или на БКЗ в районе. Ну, кто знает. Да, пусть Бог благословит нас в исполнении вот этого великого поручения. Всего доброго вам.
Благословений.